Привет, друзья! Российские военнослужащие рассказали о методе выявления дронов на Украине с помощью портативных анализаторов спектра Wi-Fi сигнала. Для борьбы с дронами применяется российское ружье против дронов LPD-801 от компании «Лаборатория ППШ». Ранее мы о нем рассказывали, а также другие комплексы для борьбы с дронами. Глушилки для противодронной борьбы, мобильный аппарат. Это как бы наше основное оружие. Дронобойка ЛПД-801 от петербургской компании ППШ. Китаец, такой суровый, доставшийся нам от гуманитарщиков, волонтеров. И, собственно, радар, с помощью которого мы обнаружаем вражеские квадрокоптеры. Значит, аппарат сейчас очень широко применяется, причем как с нашей стороны, так и со стороны противника. Чтобы работать ружьем на расстоянии километр-полтора, надо вначале обнаружить его. Пришла, соответственно, мысль о том, что есть оборудование для анализа Wi-Fi сетей, которые работают, в принципе, на тех же частотах, что связь коптера. Попробовали, сработало, и сейчас это широко применяется. Соответственно, на фронте антенна, анализатор, который на спектрограмме дает картину, график помех. Вот, значит, они взлетели, и здесь можно увидеть, все подскочило. Мы достаточно близко находимся. Здесь, значит, сигнатура очень высокая стала, да? Я понимаю, что это совершенно точно коптер, включая, соответственно, систему подавления. Я закончил работу, коптера нет. Работает только пульт. Я вижу, значит, коптер упал. Вот вижу, вот здесь у нас имеется коптер. Соответственно, нажимаешь кнопку, нажимаешь курок, удерживаешь его. Либо он посадит свою батарею, либо его сдует ветром, он погибнет. Он сейчас все, да, управлять им не может. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.